Всем привет! Для подделки нам понадобятся ватные шарики, пластиковая бутылка, цветная бумага и картон, трубочки для напитков, белые нитки, клей, ножницы, скотч, карандаш и ластик. Для начала нам понадобится отрезанная нижняя часть бутылки, которую мы приготовили заранее для основы нашей овцы, и несколько листов бумаги. Сминаем листы бумаги и заполняем ими основу до тех пор, пока она не обретает округлую форму. Закрепляем бумагу к основе бумажным скотчем. Из трубочек для напитков мы сделаем ножки для нашей овцы. Делаем их немного короче, чтобы овца была более устойчивой. Чтобы ножки приклеить к телу, нам нужно сделать несколько надрезов на трубочке, так чтобы получился зонтик. Сделаем первую ножку. Берем ватный шарик и протыкаем его трубочкой, аккуратно распределяем по всей длине. Чтобы закрепить вату и придать ей форму, обматываем ее белой ниткой. Таким же образом делаем остальные. Ножки для овечки готовы. Давайте приклеим ножки к основе. Раскрываем наши надрезы зонтиками и с помощью клея аккуратно приклеиваем. Теперь сделаем нашей овечке пушистую шерсть из ватных шариков. Аккуратно приклеиваем каждый шарик к телу, стараемся равномерно и красиво их разместить. Оставляем немного места для мордочки овцы. Не забываем про хвостик. Готово. С помощью цветной бумаги сделаем овце мордочку. Я беру бумагу черного цвета, разрезаю полосами. Затем нарезаем небольшими прямоугольниками. И наклеиваем плотным слоем по всей поверхности. Теперь из картона черного цвета сделаем ушки для нашей овцы. Складываем пополам и рисуем ушко. Вырезаем и наклеиваем. Ушки готовы. Затем из белой и черной бумаги нарисуем и вырежем глазки для нашей овцы. Наклеиваем.
ротик из бумаги розового цвета. Наша овечка готова. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!